Так, в общем, был вот такой вот маурошлем. Тут он еще не модифицированный был, да. И я его начал улучшать. Блять. В общем, я довел его до совершенства практически, что он вообще никак не давил, ничего там, качество идеальное. Вообще, там для баланса груз повесил до 2 килограмма. То есть вообще пиздец был охуенно, да? Вот. Но потом я решил, что можно сделать еще круче его. И решил еще опять его улучшить. Понятно, что тут уже конструкцию улучшать, а то некуда. Его надо вообще нахуй разбирать было. Блять. В общем, я снял с него вообще все детали, все, что можно, да. И только конструкцию основную добавил, оставил плату, да, матрицу и линзы. Кстати, из-за линз такой вес и большой шлема. Именно вот. И вот разобрал, все подключил, охуенно стал работать вообще. И все прям видно, вообще сверхчетко, вообще пиздец, просто, блядь, просто, ну он стационарный, да, такой вообще, то есть видите, то есть это пиздец. И вообще охуенно все было, да, но я решил еще лучше сделать, да, вот это детали отдельно, еще улучшить, да, и прикрепить вот эту конструкцию. Это я лампу разобрал, да, и поставил на штатив, а потом решил, что можно к наушникам прихуячить этот же штатив сверху, и вообще будет пиздец, то есть там вообще как матрица, и вообще ничто давить, ничего не будет мешать, еще лучше качество будет, там вообще все, вообще не такого, вообще не, блядь, то есть вот видите, сколько болтов тут, да, вот, видите, сука, пиздец, блядь, так, кабель, как ни странно, съемный, там, HDMD, что ли, в общем, смотрите, вот как он охуенно смотрелся, да, пока его не начал прикручивать. Сначала к одним креативским наушникам прикрутил, там плохо шаталось, держалось. Я нашел другие свои охуенные наушники, которые как за $1000, там динамики стоят китайские. Там, блядь, это потроллили так этих ублюдков, которые там по $500 наушники продают. А все равно эти там, блядь, динамики-то стоят, блядь, 2 рубля. Вот китайцы там ставили и, блядь, начали продавать. Я такой купил там, сука, за 1000 рублей. Вообще охуенные наушники, там пиздец. Блядь, в общем, вот, блядь, сейчас покажу. В общем, вот так вот было, да, пока я не начал прикручивать к этим наушникам его, эту вот конструкцию. Блядь, вот. И вот какая хуйня получилась. То есть получилось охуенно, да. То есть вообще полностью портативно, вообще качество, вообще пиздец, как матрица, прям. Google, как Google Glass, только непрозрачный, и при этом я вынул рамку вот эту всю, да, вот вокруг диоптриев, да, то есть вообще пиздец стало, вообще какая-то фантастика, и охуенные 3D, и все вообще там, и можно их и подвинуть, отодвинуть, и, блядь, и весят почти ничего там, блядь, 100 грамм, блядь, я все выкрутил отсюда, все, что можно, да, вот, то есть видите, вообще какая охуенная, блядь, вот пиздец, да, вот сделали бы сразу так готовую, продавали бы. Нет, надо было хуёвый такой дизайн сделать, сука, что вообще больше 10 минут его нельзя было носить. Оригинальный этот шлем, его вообще нереально использовать, там вообще все замылено, из-за того, что расстояние большое, согласен. А во-вторых, там, блядь, и больше 10 минут вообще нельзя его держать на голове, там вообще все затекает кровью, нахуй. Там вообще, блядь, можно умереть даже нахуй, там, блядь, потому что уебочное крепление, там нагрузку на голову он не переносит, просто зажимает, блядь, вообще пиздец. Такое уебочное крепление сделать. И вот я вот уже, блядь, наверное, год или сколько, больше полгода улучшал, и вот до такого дошел, и вроде бы все, пиздец, охуенно. Вообще, как вообще, посмотрите, все вообще, вот пиздец, как. Вот тут видно, что тут стоит на этой сраной плате. Блять, сраная плата, да, там, блять, и вот эти две матрицы, да, и линзы. И главное тут основное отличие от других шлемов, этого оказывается шлема, это как раз эти линзы, которые пиздец какие крутые, тяжелые, нахуй, в этих линзах все дело. В общем, вот, смотрите, как сделал, все вообще охуенно и долго прикручивал, да, это штатив. Там-то я прикрутил, да, легко, надежно, причем с той стороны. А с этой стороны долго думал, в итоге я, блядь, дюбель взял его, отрезал шипы с него, и забил его туда, и винтов закрутил, вообще охуенно держится, то есть внутрь этой штуки.
И там как раз отверстие было вместо шестеренки, которая не нужна. И вообще так охуенно, блядь, стало. Там просто вообще пиздец, кто-то обновил. То есть вообще так охуенно, блядь. Блядь, стало вообще пиздец. Ну, и даже рамку эту, если я снял с линз, да, по бокам она тоже не нужна. Еще круче стало вообще и четкость, и все, блядь. Блядь, как сука, как IMAX кинотеатр реально стало, блядь. То есть еще даже цвета лучше. Пиздец, какие цвета, все охуенно, блядь, такой, сука, охуенный шлем 3D сделал, вот видите. Но потом, блядь, случился такой пиздец. Я подумал, как же его можно еще лучше улучшить, да, этот шлем. И я как бы решил еще крепление прикрепить, чтобы она как бы надежно держалась, чтобы не шаталась, да, если головой крутишь. То есть совсем намертво, как бы закрепить, да. Вот. Еще штатив такой, блядь, снизу. Так, и я решил провод взять и привязать этот, закрепить, и чтобы на определенном расстоянии только держалась, да, не отходила. Ну, проводы, то есть я хотел веревочку, да, но веревочки я не нашел, я то взял тот же провод от этой лампы разобранной, да, и при включенной этой хуйне, то, что я его при включенном настраивал, чтобы как бы смотреть, как там качество улучшается, вот, начал просовывать вот сюда вот, да, провод, и чтобы вот сюда вот так вот обернуть, да, и закрепить. И, видимо, этими проводом, да, я контактами задел контакты на плате с другой стороны. И, в общем, пиздец, нахуй, все сгорело, нахуй, он отключился и больше так и не стал включаться. По-видимому, сгорело что-то, нахуй, или переходник, и, блядь, то есть конденсатор, или что там, блядь, кожезаменитель. В общем, блядь, кто знает, напишите, блядь, можно вообще починить? Но я думаю, что нельзя, поэтому я вообще, нахуй, разобрал этот шлем на запчасти. Это пиздец, такой шлем, сука, проебать. Я его, блядь, целый год, нахуй, улучшал его, нахуй, в результате так улучшил, блядь. Уже больше никак не улучшить. Вот эти линзы, видите, разобраны, причем их две, да. Одна удаляет, вторая приближает, то есть вообще пиздец. За счет этого создается эффект, как в кинотеатре сидишь. То есть вот эти линзы, пиздец. Да, блядь. Вот все там, блядь. Матрица, вот это вот вся матрица, да, вот это. 20p леговская. Блять, и вот я что подумал, да, разобрать всю эту хуйню. Вот. И эти запчасти вставить, короче, в это самое. В мой второй шлем уебошный, да, который совершенно непригодный никак. Потому что маленький экран, там вообще и цвета сраные, и подсветка, и все говно вообще. И удобный. В общем, я решил его раскрутить и вставить туда вот эти вот диоптрии, да. И думал, что будет так же круто, как в шлеме этого соневском, да. Но в итоге я его только сломал, и второй шлем. То есть вообще пиздец. То есть, блядь, это, блядь, вот, я его начал разбирать, да. И там все уже разобрал, выяснилось, что, блядь, там, короче, не под углом эти матрицы стоят, да? И подсветка там под углом, нахуй, и вообще впаянная, залита. Я там разбирал, блядь, разбирал, в итоге только, нахуй, порвал там контакты внутри этого шлема от наушников. Ну, совсем, блядь, я его, правда, не сломал еще пока. В принципе, он, блядь, главное, ничего не удалось эти диоптрии так установить туда, нихуя. Я их пробовал прикладывать сюда вперед, но они нихуя не работают. Они, видимо, на отраженный свет не действуют. А только если с реальной матрицы там стоит, короче, хуйня. В общем, нихуя не вышло. А этот шлем, он крайне уебошный, я, блядь, пробовал. Блядь, им пользоваться, в общем, вообще пиздец. Невозможно, говно какое, вообще жуткое, блядь. Вот эти вот такой вот пиздец, блядь. Блять, сука, знаешь, так разъебать этот шлем, блядь. Причем я его начал вот эту хуйню делать, когда узнал, блядь, вот еще дальше апгрейдить, какое говно не подсовывают во второй модели. Этот, блядь, спустя, блядь, полгода или год, вот этот, блядь, Т2 модель, которая является ухудшенной моделью, где только вырезали, нахуй, наушники дерьмовыми вставными заменили, блядь. И все, пиздец, блядь. Еще продают, блядь, на $200 дороже. Блядь, при этом никаких не облегчили его, нихуя, блядь, сука, ничего, блядь,
И крепление нормально не добавили, блядь, все то же самое, сука, и впихивают эту парашу, блядь. Сука, блядь, я вообще так охуел, что решил еще в 1000 раз круче, чем у них шлем этот, блядь, сделать, сука. Как, блядь, 5-го поколения шлем, блядь. Блядь. И, в общем, я думал, что делать, да, не новый же шлем покупать, а других шлемов нету, да. А новый еще хуже старого, да, блядь, я опять его буду апгрейдить, да, я опять его нахуй сломаю. Я придумал из молитвенной комнаты телевизор за 150 тысяч приставить. И теперь вообще все охуенно, блядь. Правда, на компе в 3D все равно все глючит, нахуй, блядь. Работает нормально, только сайт бусает, нахуй, сука. Ну зато, блядь, можно включить даже на компьютере, да, 1920 на 1080 в 3D, да, и при 30 кадрах, нахуй, там обновление для AMD драйвера вышло, да, и теперь поджимаю аж 30 кадров и передает Full HD. А до этого передавало только 24 по стандарту HDMI. Там вообще и фильмы работают, а, блядь, игры невозможно запускать, блядь. Но все равно я, блядь, в общем, шли охуенные. То есть, блядь, этот, знаете, какой здоровый, да, очки вообще охуенные, не мерцают, ничего, блядь. Там, блядь, 3D, там, и, блядь, телевизор из 2D в 3D делают. То есть любого формата там подхватывают, и как монитору, блядь. И как все, блядь, и к Xbox, и хуёк туда подключаешь, PlayStation, там, компьютер. То есть вообще пиздец, блядь. Но у меня, блядь, тут тоже только глюк такой. Когда есть, блядь, если три монитора подключены, или это по HDMI, этот монитор, то там, блядь, видеокарта в 3D режим не переходит, когда 3D запускается. И поэтому там вообще 5 кадров и игры выдают, блядь, в секунду. И пришлось отключать, подключать только два этих монитора, да. И тогда работает нормально в 3D режима, там нормально, там, блядь, Diablo 3, там 80 кадров в секунду, блядь, в 3D. И там, блядь, Borderlands, там 60 кадров в 3D, блядь, и все нормально работает, блядь. 1908, блядь, ну 1080, да, блядь, нормально все, блядь, сука. Блядь, ну, конечно, блядь, сука. Блять, сука, в шлеме вообще, сука, цвета охуенные, гораздо, нахуй, блядь. Ну, блядь, ну тут намного круче, но круче все равно на телеке, то, что ты у тебя, блядь, вот ты рядом сидишь, да, и реально, сука, блядь, у тебя зрение не ограничено, поле зрения. То есть, блядь, ты реально как будто, сука, в шлеме сидишь, если рядом с этим телеком, сколько он дюймов дохуя, да. Вот видите, блядь, если это, блядь, 15 дюймов, а это сколько вообще? Дохуя. Да. То есть вообще пиздец. И вообще как будто реально в супершлем за миллион долларов, как будто у тебя там, сука, вообще, да. При этом еще, блядь, 600 Гц, он там вообще пиздец там. И на уже, и, блядь, и так мерцает. А, и купил я, сука, новые эти. Еще, блядь, очки для этого, которые, блядь, заряжаются от аккумулятора, да. При этом вообще невесомые, просто вообще, блядь. Как из бумаги сделаны, там вообще тонкие, пиздец гнутся. То есть наушники легко их использовать. Это для телевизора купил очень. То есть, в общем, сука, такой пиздец, блядь, а? Блядь. Ну, блядь, даже хорошо, что шлем ебаный сломался, потому что я постоянно его, блядь, улучшал, сука. Блядь, постоянно, блядь, его подключал, сука, блядь, улучшал, блядь. Сука, это дерьмо переключал, блядь, сука. Пока этот шлем оденешь, нахуй, сука, там, блядь, лень там вообще даже было 3D запускать, лень одевать, нахуй. А тут включил все, сука, охуенно, блядь. Вообще, сука. В общем, блядь, ублюдки эти, сука, Sony, конечно, блядь, и так сделать, сука, нормальные матрицы и линзы. И такого ебашный, сука, блядь, дизайн, что вообще невозможно одевать без модернизации, сука. А расчеты на то, что люди модернизируют и ломают, да, сука, вот, блядь, что этим выблядкам стоило там, блядь, какой-нибудь предохранитель поставить, блядь, или, блядь, экранирование какое-то, чтобы, сука, это так не замыкать, нахуй, и не горело, нахуй, просто так. Блядь, сука, я знаю, можно это все-таки исправить как-то, да, если он просто вырубился, да, и вот ковырялся, и больше не врубается, уже кнопки не работают, да, он же как включается шлем по кнопке только, да, с этого шлема. Как будто кнопки отключили, что ли, на включение. То есть вообще пиздец. Сука, блядь. Или как-то можно ему подать, да, формат просто же с HDMI, а не с HDMD.
брат, напрямую, блядь, может, как-то он запашет. Хотя уже я уже так разобрал его, нахуй уже заляпал все эти линзы факшами, блядь, уже там пиздец, хуй соберешь его, конечно, обратно. Зато теперь вообще как круто Абдулуком выглядит, реально, сука, тут молимся, вообще тут. Раньше там 20 человек могло молиться, а тут 50, блядь, или 100 сразу, блядь, может. Вообще, сука, Абдула матрица, блядь. Вообще пиздец, блядь. Сука, блядь, а? Сука. Блядь. Блядь, такие, сука, дела, блядь. Пиздец, а? Вообще, сука. Блядь. В общем, Анша Абдуль, блядь, сука. Так.